Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, пацаны, с вами Кирилл, и со мной сегодня Америкос. Всем привет. Короче, пацаны, как вы знаете, вышло обновление, и в этом обновлении добавили ивент Пасха. И в этой Пасхе Максим хочет забрать себе X7, M3, и сегодня мы еще купим улучшение для семьи. Максим там потратит около 15 тысяч доната, поэтому видосик, я думаю, будет интересный. Да, еще нитро будет Максимка покупать, короче, еще номера залетят на M3 очень бовые. За это дуэт, Биба и Боба, два долбоеба. Короче, от вас, пацаны, активчик. 200 лайков делайте и запишем еще видосик с Максимом. И, может быть, наконец-то запишем интервью. Короче, пацаны, сейчас будем покупать улучшение для семьи. Максим включил демонстрацию экрана, поэтому вам, в принципе, будет все видно, я думаю. Покажи, сколько тебе доната, подожди, вообще. А я там немножко уже обменял в эти... Ну, короче, у него было там... 17, по-моему, тысяч. И он уже на ПЗ-шки поменял. 14 тысяч ПЗ у него уже есть. 500, подмога 200 и оружейное 500 стоит. Донату надо. А я думал, мы граффити надо, ну, вот такого брать. Ну, я не знаю, твой донат, как бы, ты с ним распоряжайся. 2500 доната за 500 ваучеров. Искусство прежде всего. Это, пацаны, такая темка, то, что, как бы, есть по карте граффити, их там около 60 штук. А ты знаешь, где хоть один находится? Ну, я знаю то, что есть на этом. Там, где Арзамас, вокзал, там есть граффити. Ого, ебать, я переебал, ебать. У тебя еще ремок нету, как всегда. Ебать, у него, да, пацаны, номера имбовые? Вор пятерочки. Кстати, новый склад, пацаны. Давайте, какой у меня там ID, блядь? Бля, вот это неудобно, тап, он как-то долго прогружается. Но, ладно. Короче, у Максима вот S-класс, пацаны, есть. Третий чип, аудио, нитро. Ну, короче, блядь, он самый первый, мне кажется, его купил, потому что он сразу вышел обнову, ночью играл, он его самый первый купил и зафулил. Вот так вот, пацаны, выглядит граффити. И за это граффити вам даются, получается, материалы, патроны там и так далее. То есть разные плюшечки даются. Давай, меняй ПЗ-сочки, короче. Почему они сделали чисто по 1000, потому что это очень долго так? Я не знаю, типа, зачем вообще лимит, по сути, на это делать, какая разница? Типа, что по 1000 обменивать, что сразу все обменять. Ну, короче, видите, пацаны, Максимка донат тратит. Дай боже просто. А тебе хватит хотя бы на все? Опа, опа, так, X7, давай M3, M3 сначала давай. Да, M3, я прям, ой-ой-ой, как хочу. Давай, 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 ой, пошла жара. Я, честно, ее даже не видел ни разу вообще ни у кого. Прямо в госка? Опа-ча, опа-ча. Так, давай фуль ее сразу. Подожди, я хочу посмотреть, занижение на нее идет. Мне говорили, что да. Все, да, клиренс есть. Один владелец. X7. Бля, я не знаю, что мне даже больше нравится. X7 или M3. Не, ну бля, он чисто... пиздато выглядит, конечно. Он чисто, это такая пацанская машина выехать. Ну, бля, вот этого пизже, чем пацаны гелик, согласитесь. Все, накатался, ебать. Рестарт был, сейчас, подожди. Да, давай, показывай. Карпас, ПТСик. 17 лямов воска. Нормально. Вот это уже солидно хотя бы, хоть воска нормальная. Да, мне нравится, ну, что... их уже по 30 лямов продают, типа, я не знаю, как-то дешево, как по мне. Бля, ну вот это прям папа, ебать, чисто выехал, нахуй. Мне даже больше, чем это нравится, чем Айбах. Ну я BMW-дрочер просто. Поэтому... Бля, не, он пиздатый, еще хрюкает, сука. Бля, ебать, он пиздатый. Он даже без чипа вообще пиздатый. Ух, ебать! Ебать, ему вообще похуй! Там милипиздрическая хуйня вообще. Понял, он крепкий пиздец, походу. Ну он как и S-класс. На, садись ты за руль. А, ты хочешь опять немножко его вот затянуть? Ну да, свои, бать. Не, свои типа эмоции. Не, он пиздат. Да, он с места прям, он еще полноприводный вроде. Ебать, если он с этим чипом на работу ебашить, вообще как сатана. Ну мне говорят, что он 280 едет с третьим чипом. Да, ну он со старта рвёт. Ну это X7, это ж не X5M, ебать, он не должен ебашить прям. А вот это самую важную тачку, которую я хотел сейчас прям зафулить. Ну так М3. Я на ней тоже не ездил, кстати, вообще не видел. Бля, не, ну прикольно, ну колеса какие-то, знаешь, типа, ну не знаю. Ну ща поменяем.
Там же развальчик еще есть. Хочу максималочку сейчас чекнуть. Не, ну разгон у него, конечно, не бешеный, как у X5. Ну, 225 максималка без чипа. Это, пацаны, сток, просто сток. Думаю, с чипом будет где-то 250 с первым, а со вторым, ой, с третьим где-то 290, наверное, тоже будет ехать. Бля, я хочу же War 3, пацаны, что сюда залетели. У Максима, короче, номера купил War 3 специально для этой тачки. Вот специально, чтобы на нее поставить. Ого, 260 на первом чипе. На первом чипе, пацаны, 260 ебедит, прикиньте. Не, ну сейчас она хотя бы дрифтит, но она без чипа такая, знаешь, типа, ну, вяленькая такая. Никакая. Ты третий на нее будешь сейчас ставить? Это, пацаны, я считаю, эксклюзив, потому что, ну, этих тачек, по сути, ну, нету видосов, типа, кто-то забрал, там, зафурил. Она сейчас, мало того, что она у Максима есть, сейчас она будет фуловая, плюс номера, ебать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, не, вот пацаны, это все, ебать, это, ебать. Третий о-о-о чип, пацаны, аудиосистема, нитро. Просто залетело, подожди, ебать. Так, один подожди владелец. Ебать, он еще стабы сюда въебал. Ты что, конченый? На вашем транспорте средства больше нет. На вашем транспорте средства стробоскопа недоступны. Поздравляю, Максим! 200 лямов в пизду, нахуй. Панали перестанут. Бля, не, мне кажется, они просто, ну, может... Не адаптировали ее под страбы, понял? Не, ну вот это, пацаны, блядь, ну это пиздец. Ну, я думаю, вы сами понимаете, то что, ну, эта тачка, блядь, я не знаю, сколько ей цена даже. Ну, пацаны, ну, меня на этой машине сейчас стоит все, что только может быть. И да, рамки, да, и страбы. Блядь, она, ну, да, она стоит, я не знаю, ну 500 лямов где-то, я не знаю. 500 лямов в ней сейчас. В ней 500 лямов, да, пацаны. Если так есть отдельно есть продавать, ебать, весь тюнинг, да, ну, 500 лямов, прикиньте, в машине, ебать. Ну и сама она стоит, я не знаю... Ну, 30 миллионов. О-хо-хо! Вот это да, ебать, вот это оно. Ебать! Бля, ну я не знаю, насчет страбов, мне кажется, ты борщанул, типа. Это чисто уже все, ебать. Она одна будет на весь сервак, на весь проект, ебать. Чё, написать? Там надо будет Роме написать, либо еще кому-то. Да. То что. То что, я 200 лямов проебал, можно как бы, ну, что, баргала, ебать. Ну да. А он тебе скажет, ебать, а какая, ебать, сделай. Не, а почему они не сделали? На адаптации нету под нее, видишь? Никто не ожидал, что у нее страба поставят, ебать, походу. Думают, ебать, не, какая-то помойка, ебать, на нее страба не будут ставить. Бля, ну это, пацаны, в тачке 500 лямов тупо закопали только что, ебать. Бля, она что-то мне напоминает. Она на E34 похожа, на E34 похожа. М5 Е60, это настройки М5 Е60. Думаешь? Да что ты знаешь, что я весь ляму проебал? Не, ну да, на М5 Е60 хотя бы страбы работают, ебать. Ну да, 293 максималка. Ой-ой-ой, бля, не, вообще... Конфета просто, пацаны, просто конфета, ебать. А у меня что-то в фризы, блядь. Пизда морковнику, нахуй. Мы не случайно. Ой, мы специально... Ой, блядь. Мы не случайно, мы специально. Не, я просто, пацаны, в ахуе от Максима, то что он уложил её писать. Пацаны, видео перешло с ивента в обзор автопарка Максима. Ну это новые машины. Ой, блядь, какие номера, ебать. Пошёл подрачу, нахуй. Реально, я люблю четверки, пацаны. Я сейчас четверки собираю. Я хочу у Максима их выкупить, пацаны, поэтому вводите промокод, ебать. Чтоб я собрал у него номера. Так, ПТС, смотрим. Ну тоже, блядь, ну Максима нету машин обычных, типа. Ну, третий чип, аудио, нитро. Новый Infiniti, да, новые обновы. Один владелец, пацаны. Понимаете, у него Maybach один владелец, М3 один владелец, X7 один владелец, и Infiniti один владелец, ебать. Осталось, да, еще банан тебе собрать, я не знаю. Ну, ты его не хочешь, он банан, тебе нравится. Банан такой. Я, кстати, видел то, что на первом чипе он 265 едет. И он нормально будет поворачиваться, то я здесь, ну, я его себе соберу. Ой-ой-ой-ой-ой. Да-да-да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо, перекладка. Не, ну бодряк. К нему привыкнуть надо. Бля, он именно заниженный такой на этих дисках вообще, соска нахуй. Сколько такой... у него максималка? 287. Я вообще собрал вот эти ЕКХ-4, потому что я хочу М4 себе взять, но М4 будет долго, потому что я хочу ее выбить из контейнера, а я хочу с одним владельцем ее собрать, новую М4. Ну да, типа, ее выбивать это, конечно. Не, ну, блядь, кайф, реально. Максим, короче, собрался чисто все новые тачки с обновы. Да. Осталось только X7 собрать, но Максим это позже сделает, в принципе. Номера сюда не будешь ставить никакие? У меня сейчас... Ну, в принципе, хер девятки могу, чисто потому что мне надо... Ну, еби девятки. Эти девятки красиво выглядят. Да. Ешку пофиксили, кстати, пацаны. Это обидно. Да, ешку пофиксили? Да. А у тебя нету, да, ты ее продал? Да. А может, ты первый чип хотя бы сюда поставишь, не? Ну да, конечно, нету там аудиосистемы. Бля, ну он прям пиздатый.
Я прям хочу его очень сильно. А в обменнике, в ваучерах его туда добавили, нет? Подожди, я не смотрел, кстати, может там машину новую добавили? Не, ничего не добавили. Ну тут есть М8, есть РС-ка новая. Ну РС-ка новая есть в автосалоне, в принципе. Ну да. Rolls-Royce Cullinan здесь есть. Hot Rod есть, кстати. М6 есть. Nissan, Audi, так. Кстати, есть кабриолет, это Волга. Бля, кстати, я не понимаю, почему они не обновляют, типа, машины Фомы. Ну что ж, пацаны, мы вам, в принципе, все показали, все, что нужно было. В этой серии мы зафулили, как бы, вот такую вот бэшечку, потом забрали X7, я вам показал автопарк Максима. Также мы купили улучшение, но мы вам его покажем, возможно, в следующих сериях, если мы в этом, как бы, разберемся, найдем баллончики там и так далее. Как сказал Максим, 300 лайков, и, возможно, мы запишем с ним интервью, он расскажет, как он зарабатывает, где он живет, как он попал в Америку там и так далее. Давай 200 лайков, мы запишем интервью и видео со мной. А 300 лайков, от меня будет большой конкурс. Ну хорошо, короче, 300 лайков, и от Максима будет какой-то пиздатый конкурс. Учитывая то, что у Максима нету хуёвых машин, поэтому я думаю, конкурс будет нормальный. Поэтому всем спасибо за просмотр. Все ссылочки есть в описании под видео. Инсту Максима тоже оставлю в описании, поэтому, кому интересно, заходите к нему в инсту и посмотрите, что он вообще за фрукт.